в Самарской области ясно и малооблачно, осадки маловероятны, температура воздуха днем 0-2 градуса, ночью -6, -9, ветер южный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем 0 градусов, ночью -6, ветер южный, 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -1, ночью 5, ниже 0, ветер южный, 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой снег, днем -2, ночью 9 с минусом, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.